Два автомобиля столкнулись сегодня ночью в Череповце на пересечении проспекта Победы и улицы Архангельской. По данным единой диспетчерской службы, водитель на автомобиле «Opel Zafira» не пропустил «Hyundai Elantra». Иномарки столкнулись. В аварии пострадали пассажирка «Opel» и два пассажира «Hyundai». Обстоятельства устанавливаются. Собаку спасли череповецкие спасатели и коммунальщики. Животное провалилось в ливневую канализацию на улице Чкалова в районе дома 33. Четвероногого достали, отправили в ветеринарную клинику. Пес жив. Квартира горела в одном из домов поселка Заря Вологодского района. Огнем повреждены часть стены и кухонного гарнитура. Причиной пожара стало короткое замыкание провода удлинителя. Никто не пострадал. Магазин горел в селе Сямжа. Сигнал о возгорании поступил 27 июня в начале 10 вечера. В результате пожара огнем поврежден пол в помещении кочегарки, которая пристроена к магазину. Водой залиты товары. Как рассказали в МЧС, торговая точка принадлежит мужчине. Магазин и товары не застрахованы. Причина происшествия – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов. В неустановленном месте складировалась зола.